Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2006 года выпуска. Двигатель 3 литра турбодизель, автомат полный привод. Пробег на автомобиле по спидометру 200 тысяч километров. Заменю на нем топливный фильтр. Открываю капот. Открыл капот. Вот у нас корпус топливного фильтра. Фильтр внутри стоит. Дело в том, что у нас здесь 6-й год. И подкачного насоса как такового нет. И прокачать включением зажигания не получится. Получается так. Тогда я сделаю здесь немножко по-другому. Вытащу старый фильтр, откачаю там все, промою. Налью соляры по уровень. Установлю новый фильтр, прикручу колпак и попробую завести. Если вдруг система завоздушится, а здесь, если в наглую долго гонять, то он может просто в аварию по топливу завалиться. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим, как это будет. Немножко обдул. Сейчас тряпочкой вокруг заложу. Соляра, которая у нас будет вытекать, чтобы она хоть впитывалась здесь. Вот так вот. Так, торкс, по-моему, Т30. Так точно, Т30. Два самореза, то есть два винта, два болта. Откручиваю сразу полностью, а два постепенно, потому что там пружина, подпружинен фильтр довольно-таки крепко. Вот. И назад на три витка закручу. Теперь берем отвертку плоскую. Поддеваем, здесь вот место есть. Вот и все, теперь можно откручивать. Один и второй. Придерживаем рукой. И приподнимаем. Фильтр стоит. Резинку сразу вот эту уплотнительную снимаю, убираю. Вот так зацеплю, чтобы он мне не мешал. Ну а теперь как обычно ручка выдергивается. Аккуратненько поддеваю с двух сторон.
Вот сколько здесь солярки. Он под ту заклепку. Я также и налью. Но солярка какая-то темноватая. Сейчас фонарик возьму. Очень она цветом интересная. А грязи-то внизу сколько. Всю эту грязь надо убрать. Так, откачиваю солярку и откачиваю грязь. Вакууматором собираю все топливо и всю грязь снизу. Также вот эту грязь я тоже смогу здесь все собрать. Она, видно, потом протру чистой салфеткой. Также здесь все тоже собрал. И потом сюда тоже забью. Все протер, откачал. Грязи внизу вон кусочек есть, а так все чисто. Вот этот маленький кусочек сейчас достаю, вот этот маленький, остальное все чисто. Достаю его и заливаю в солярку, но перед этим снимаю вот это колечко. Резиновое, голубое, синее. Шило возьму. Его мы установим новое. Так, мусоринку достал. Фильтр буду устанавливать фирмы Fram. C11045. В комплекте идет новый фильтр, уплотнительное кольцо на крышку и уплотнительная прокладка на трубке синяя. Также еще идет новое колечко металлическое на пробочку прокачки в крышке. Так, здесь ручка есть. Устанавливаю прокладку, устанавливаю фильтр. Устанавливаю эту прокладку. Ее тоже надо будет смазать соляркой. Ну и заливаю. Я уже не стал заливать по метку. Заливаю просто полный. Также заливаю вот в эти отверстия. Из них я тоже откачивал. Солярка под.
Вот, хорошо видно, полное. Теперь смазываю прокладку. И закрываю крышку. Вот этот штифтик возле синего колечка у нас попадает вот в это отверстие. Центрую. Но я центральную часть не вытаскивал из колпака, поэтому промахнуться не промахнешься. Закрываю. Оживляю два болта. И также наживляю эти два болта. И равномерно закручиваю по кругу. Смотрю, чтобы у меня здесь тряпка не попала. Нет, не попадает. Так, теперь откручиваю вот этот центральный болтик. Вот он. Посмотрю воздух. Все, воздух вышел, солярка пошла. Ничего больше не делаю, пробую запускать. Единственное, я запущу и погазую маленько. Вот и все. Двигатель работает. Никаких дополнительных процедур я не делаю. Сейчас даю ему еще поработать, убедиться, что воздуха в системе нет. Также сейчас посмотрю прозрачный шланг.
этот шланг, он без воздуха. Это говорит о том, что система не завоздушена. На этом все. Замену топливного фильтра я окончил. Всего вам доброго.